Вновь здравствуйте, дорогие друзья. Надолго не задерживаем праздник СНГ Доты, а у нас тут разгорается он не на шутку. Да, первое быстро в три было напряженным. Куча драк постоянно. То есть пик одной команды их подразумевал с самого начала, пик второй команды их поддерживал уже чуть позже. Ну, в принципе, довольно ловко и уверенно Форзы справились с экстремом на первой карте. Но это только лишь одна из возможных трех, поэтому будем смотреть. Да, сейчас хотелось бы, конечно, увидеть камбэк, потому что, будем откровенны, давили очень-очень жестко. Экстрем в определенный момент они вот просто уже отбиваются, их все глубже-глубже забивают в этот фонтан, и они не знают, как просто вздохнуть свободно. Когда их поднялись к ним на хайграунд и снесли сначала бараки, потом под Т4 с ними дрались еще, под фонтаном, и никак не могли прогнать Магнуса, Веспа и Герокоптера. Да, они там забрали пару, ну, то есть троих, да, персонажей, и в живых остались-то Висп и Гира, которые как бы весь замес-то и организуют, которые основной урон и наносят. А у вас у самих даже после кучи байбеков остались живых только Лич и Земеля, которые ничего не могут сделать. И там уже как бы понятно было, что даже при условии байбеков под вашим собственным фонтаном, когда у вас неограниченные силы в плане того, что вы умерли, еще раз бросаете свои силы в бой, ничего не получается. Ну и как бы было не отбиться. Да, мне кажется, что сейчас Висп отправится у нас в банлист. Несмотря на то, что подрезали какие-то механики доты в целом в этом патче, Висп все равно остается очень мощным в умелых руках. Он скоро такими руками обладает. Наверное, да. То есть Висп, там, Дизраптор, возможно, Дум в бане будет. То есть все те же персонажи, но... Дум просто это такой пик, который сам по себе противен, но при этом он очень сильно ограничивает ваш дальнейший драфт. Вы не можете выбирать героев по типу Тимберсоу, потому что все, Дум его полностью выключает. Как мы это и видели, он превращается в грушу для битья, бегает, здоровье тает, он ничего сделать не может, глаза кровью наливаются и все. Та же Snapfire, не обязательно ее в бан кидать, как, например, Вайдак, по тем же причинам, которые я назвал еще перед первыми драфтами, что не факт, что соперник их возьмет, а если возьмет, то не факт, что он будет на них хорош, есть возможность как-то это законтрить, а нынешние метовые герои, вот тот же самый Ио, ну, они должны уходить из пиков, если не получается совладать с вот этими вот парами. Дум уже в бане. Но забанили его сами Форзы. При том, что у них первый пик. Разорвут этот экстрем и полетели, ребята. Ну, может быть, собираются тоже брать что-то такое более-менее активное по типу паков, сларков, там, да тот же Тимбер. Что там еще? Не знаю. Ну, в меньшей степени, но все же Шторм тоже от Дума может неприятно пострадать. Разор в бан в ответ от команды Экстремум тоже. Достаточно такой опасный персонаж, особенно как лайнер. Линию может против большинства персонажей выстоять очень ловко. Минус Бэтрайдер. Не так часто Бэтрайдер выигрывает, как... Как его пикают, я бы так сказал. Это логично. Нет таких персонажей, которые выигрывают чаще, чем их пикают. Но Бэтрайдер просто... Это, наверное, персонаж, которого я в мете немного не понял. Он хорошо, иногда просто блестяще может отстоять линию. Уничтожить там даблу, а иногда и даже триплу, если прям ему кто-то поможет. Но в целом... Такой, да, сомнительный. Конечно, не хватает как его. Кор. Потому что Бэтрайдер, он не станет танком. Это не какой-нибудь омник, который собирает себе грифсы, собирает себе пайп, бегает, всех хиляет, всем раздает бафы. Он должен давать инициацию, должен кого-то цеплять через лассо, увозить. Но сейчас есть много других героев, которые в этом плане работают лучше. Бэтрайдер берут именно ради лайнинга, но... Да, то есть как точечный стан, ну, мне, например, больше нравится тот же Бист, как стан, я имею в виду, через БКБ. Да. У него плюс еще есть возможность пушить, у него есть аура, у него есть нюк с топорами.
В общем, Beast еще и фармит, наверное, не хуже, чем Бет. А может и лучше. Бетрайдер там когда-то залетал неплохо против Трента, который бегает вот через леса. Бетрайдер Фаерфлай подрубил, все, пролетело, лесов больше нет. Но так контрить суппорта, это, конечно, смело. Я с тобой согласен, мне Бетрайдер тоже не очень нравится, но, в принципе, нам уже и неоднократно доказывали обратное, что Бетрайдер может выигрывать. Но не все от него зависело в тех играх, будем откровенны. Ну, персонажи метовые исключительно в бане. Это инча опасная, этот тренд, который не только вижен, но и абсолютно жесточайший контроль дает как на ранней стадии, так и потом. Плюс мы еще понимаем, что есть возможность брать того же самого Дизраптора, Лича, которых не забанили. Рубик у нас немножко выпал из всей этой истории, и на него уже меньше внимания обращают. Мне кажется, Рубик легко может появиться, персонаж вполне себе актуальный. Ну вот, Дизраптор и Лич, да. Парочка твикс. Давно не виделись. Винтер Виверна какая-то может появляться. Но обычно на четверок сейчас берут более жадных героев по типу Пака, которые в момент покупают догоны, как у нас это было на первом Best of 3 сегодня, и начинают разваливать. Да, которые могут стать вот не хуже, чем тройка. Вот, да, вот да, таких да. вот персонажей чаще мы видим. Это действительно так. Несмотря на то, что убрали ГПМ-таланты, все равно они очень и очень актуальны. Да, то есть это именно та причина, по которой иногда сложно понять. Например, как в прошлой игре у нас был Тини и Тини и Дум. И оба персонажа могли быть как тройкой, так и четверкой. Появляется Сларк. Покуда там, например, тот же Дум в бане с Мигфорза, можно взять Сварка, ловить его будет сложнее. Да, Дизраптор есть, но Дизраптором попробуй еще Сварка закрой там как-то, да и убей его в момент, пока он будет у тебя стоять в поле. Сларк хорошее решение. Очень часто он залетал на европейских квалификациях данного турнира, но не всегда его сборки были успешными. То есть Аганим тогда еще не пофикшенный, чаще всего Сларка отправлял куда-то в нижнюю сетку и вообще из турнира вон. Сейчас, сегодня мы уже видели Сларка с Аганимом, который свою игру выиграл на этом 70-й минутах, но все-таки. Поэтому интересно посмотреть за тем, как здесь с ним справится Экстрем. Вот действительно, со Сларком нужно справляться с самой команде, которая берет этого Сларка. Ну, редко можно в наше время увидеть Сларка без Аганима. Дополнительная мобильность и без того мобильному персонажу. Да главное, чтобы команда успевала за тобой. Это... Либо ты был таким сильным, что ты можешь спокойно вот один протанковать там секунд 10, пока добегут твои. Либо с командой передвигаться строго. Ну и Форза вновь используют очень много дополнительного времени, и у них осталось-то. Ну, то есть они сейчас будут принимать решение уже 100%, как они будут строить свою игру. Хорошего суппорта забрали, а теперь думаем, от чего мы будем отталкиваться в плане линий, в плане дальнейшего потенциала своего в средней игре, ну и как мы будем завершать. А там нет никаких технических проблем у Форза, ну потому что 20 секунд оставлять себе дополнительно нормально, на всю стадию драфта. Нормально, они принимают решение. Вот так вот. Вот для такого... Для такого решения, я думаю, нужно было потратить так много времени. Но это, конечно, интересно. Это и контроль, и, в принципе, визаж-гость очень нечастый, скажем так, в наших пенатах. Определенно. Интересно посмотреть за тем, что сейчас дополнит к этому визажу и на какую позицию он пойдет. Да. Это в наше время не тот персонаж, которого мы видим, можно сказать, тут все понятно. Тут ничего не понятно вообще. При том, что визажу еще и немножко его изменили в этом патче. У него пассивка будет работать раньше, там на 10 буквально единиц урона снизили, но все равно порог. Маловероятно, что визаж будет там на 4-5 позиции где-то вот на задворках, скорее всего. Это кор с вероятностью 90%. Ну, троечка. Потому что персонаж тоже довольно жадный, будем откровенны. Но вариаций, его реализации довольно много. Потому что, учитывая того, как Форд заиграли первую карту, вряд ли у них есть сейчас пики, которые вот просто от балды. Конечно. Это верхняя сетка, всем хочется проходить дальше, по-быстрому в финал, на слот воевать в финале. И напоминаем, что слот-то ведет вас на турнир, который будет проходить в Китае, это Ландстадия, где будет разыгрываться уже $270 000. Там уже команда Лила. Так, вроде бы там 4 грека и Лил, но все называют командой Лила. Ну, конечно, для нас это команда Лила, правильно? Это для греков она там, может быть, какими-то отголосками от какой-то славянский мальчик, да, есть у нас. Ну что же, Тини в пике от команды Экстремус. Ну, Экстремус пока все вот
такая метовая классика, ну, прошлая мета, и нынешняя, она еще строится, да. А вот Визаж, это, знаешь, это персонаж, который когда-то появлялся в основном либо для какого-то обуза там с дровкой, либо для какого-то быстрого пуша, когда уже его пофиксили, когда дровка на него такое влияние не оказывала. Но здесь под Элдер Титаном. Очень. Во-первых, все три персонажа у команды Forza сейчас имеют серьезный такой АУЕ-контроль. Да, и драки они будут полностью держать в своих руках. Я не знаю, как экстремум заходить в Рашпит. Это просто смерть. Кинетик Хвилл, Статик Шторм, Стан, Элдер Титан, Аэросплит и Визаж со своими птичками, которые тебя просто цепляют. Просто, да, на ваши могилы садятся две горгульи такие. Ну что, как дела? Дела будут плохо. Вайпера и Omni-Knight забанили также Forza. Omni-Knight, несмотря на то, что его также переделали, остается очень актуальным. И талант он свой на золото потерял, но получил дополнительный подхил. Что же, у нас 2 минуты, теперь время экстрему подумать, по всей видимости. Сикер Нага в бане, Сикер, естественно, против Сларка, но очень маловероятно, чтобы его взяли, мне кажется. Ну, тут, знаешь, Сикер мог бы заехать как персонаж, который сразу с там какого-то 6 уровня может подключаться к игре активно, пока там Визаж, мы опять же не знаем, как Визаж будет играть, но пока Визаж будет пытаться раскачаться, и там, возможно, еще один кор-персонаж тоже поступать. Так-то уплотняется пик у команды Extremum, и у Тини будет много здоровья. Все это под армором у Лича, так еще и Кентавр. Это выглядит не то чтобы непробиваемо, но довольно крепко. Очень мощно, действительно. Ребята испугались просто предыдущей истории, и тут же Некрофос появляется у Форза. Это не эксперименты, это уже ставка на магический дэмэдж. Тут гадялки не ходи, был дискорд какой-то должен будет появляться. По сути, с руки бьют только горгульи. Ну, Некор там как-то подключится, конечно, за счет просто статов элементарных, которые будут у него, ну, как кора. Ну, в первую очередь прокаста. То есть так-то бёрст дэмэдж тут может нехилый залететь. Сларкова боится на ранней стадии, когда у него еще нет большого количества ХП, его можно сбривать за один стан Элдер Титана. Да, плюс, когда Сларк остается на лоу ХП, в него залетает коса, там тебе ничто не поможет. Никакие регены. Тини, Кентавр, Кентавр, который был призван всех сейвить. То есть Кентавр прожимает ульту, все врываются на стампиде, Элдер Титан дает под себя стан, на него напали, вы стоите, 3 милишника в стане, здрасте. Но Титану непросто будет дать стан, покуда есть, например, Тини с Аваланчем, который может его сбить. Тут и Чайник есть, тут и Кент в теории может. То есть пока Элдер Титан свою ногу будет поднимать. Тут просто история, опять же, да, про Тини интересная. Всех понерфили, Тини вообще не нерфит. То есть ему там снизили длительность Эваланч на 0,4. Но он и не был супер-эмбом каким-то. Он был просто хорошим метовым персонажем. Он всегда, понимаешь, вот Тини ни разу, по-моему, вообще из меты не выпадал практически. Там за редким исключением. И он таким и остается. SF и Абадон у нас последние баны. Абадон при этом от Экстремум забанен. То есть они думают, что именно Абадон сейчас появится. Это не кормит Визаж в легкую или как-то так, по мнению Экстремум, что Абадон в оффлейн должен был пойти? Наверное, я тоже так думаю, что Визаж в легкую пойдет. Ну, ты думаешь на тройку? Опять же, Абадон просто ходил и кором и отыгрывал. Кором, конечно, да. Появляется Слардар, но это Слардар флейн, Слардар смотрится хорошо. Другое дело, что Слардар — это физический дэмэдж, это минус армор, и под этот минус армор здесь работать может только Визаж. В первую очередь это такая, знаешь, стабильная инициация. Слардар, который врывается с блинка и дает стан, это намного более верная инициация, чем Элдер Титан с его стомпом. И при этом Слардар будет выступать именно первой линии обороны, потому что Некор не очень хочет брать на себя эту роль. Темпларочка. Ну, слушай, у Экстремум очень крутой драфт. Он проще выглядит намного, да, чем у Форза. И я уж не помню, кто точно это говорил, но есть такое мнение, я с ним согласен, что чем проще драфт, тем меньше шансов, что ты допустишь ошибку. Чем меньше ты ошибаешься, тем легче выиграть игру. С другой стороны, Форза сейчас могут нам, скажем так, еще раз показать уровень своей командной работы, если им получится комбинировать все их способности правильно, а контроля здесь очень много, и, в принципе, этот контроль может не останавливаться. Там пока Слардар начал со стана, пока все остальные его продолжают, то Слардар уже откатится стан. Так или иначе, у каждого персонажа Форза есть контроль. Там, может, не стан там у Ванскора на Дизрапторе, но все же это и Глимс, это и ультимейт, который, ну, супер жесткий контроль так-то.
Очень интересно мне, что Дизраптор возьмет на 20-м. Я все жду, что кто-нибудь возьмет вот этот новый талант, который ему добавили, что у него Кинетик Филд видит невидимых персонажей, подсвечивает. Но тут не столь в этом есть смысл, покуда Сларк, скорее всего, будет с каким-то видом, хотя не скорее всего, но есть такая вероятность, с каким-то видом инвиза, ну и как минимум против года на Темпларке это точно будет работать. Да, и именно вопрос в актуальности. Ну типа да, даст, прожал вроде, все. И да. Ты не тратишь талант 20-го уровня на это. Да. Абсолютно с тобой согласен. Ну, пожелаем командам удачи. Нам хотелось бы увидеть, конечно, полноценное Best of 3 побольше СНГ Dota. Друзья, если же вы также скучали по СНГ Derby, то обязательно подписывайтесь на данный канал. У нас впереди Double Elimination система, куча Best of 3. Пока каждый день по 3 матча идет. Да, также не забывайте заходить в наши социальные сети с Зайцем, восклицательный знак Кастерс в чат, и можете свободно заходить в наши группы ВК, там можно оставить свой развернутый или свернутый отзыв, можно написать «Не комментирую больше доту никогда». Или можно писать «Молодец, хорош, спасибо». Так это был ты, я тебе писал, все понимаю, наконец. Естественно, друзья, не забывайте заходить на OMGBet, если что, баннер есть по трансляции, чтобы там не гуглить, никак не вбивать в поисковую строку, просто проскроллили трансляцию, кликнули на баннер. Там есть ставка 700 рублей без риска, когда вы можете поймать хороший коэффициент. И если вдруг этот коэффициент не залетит, а как мы знаем, сладкие коэффициенты сложно ловить, ваша ставка не сгорит, и вы свободно сможете продолжать свои денежки. Я вообще удивлен, что никто раньше это название не забрал. Оно же идеально подходит, потому что именно после этого крика ты хочешь зайти куда-то и просто либо волосы на голове рвать, либо идти отмечать. О май гад, это прям идеально подсвечивает ситуацию. Так что да, друзья, если вы еще не заходили на OMGBet, то не тратьте время, у нас тем более стоит пауза, баннер по трансляции, вот прям под моей рукой, я ниже показать не могу. Кликайте смело, и все будет хорошо. У нас же ситуация, опять же, непростая в рамках этих квалификаций. Как мы отметили, у нас практически в каждом коллективе есть какие-то старички, вокруг которых формируются команды. И вот почему я жестко топлю за эти лиги, за такие турниры тир-2 уровня? Потому что много молодых игроков поднимается по опыту благодаря тому, что они вот в спайке с старыми игроками находятся. Да, в Доте сейчас более-менее оживает то, что... Долгое время живо было в КСе, да? То есть, система вот этой лестницы, по которой ты можешь подняться. Да, когда большая часть команд состоит из 1-2 игроков, там 25 лет, ну там плюс-минус, да, возраст, и более молодые, там от 16 до 20 лет, парни тоже к ним подключаются, набираются опыта, играют турниры и так далее. Вот более возрастное поколение воспитывает более молодое, наделяет их всеми нужными качественными знаниями, потом это все вновь работает. В Доте этого долго не было, потому что, ну, только квалы играешь, в принципе, ты ничего не зарабатываешь. Это года, наверное, с 2017-го была такая ситуация, когда вот этот весь рынок вторых турниров, он стал отмирать. И сейчас он возрождается в 2020-м. Это прекрасное событие. И, друзья, вновь возможность вам, если вы чувствуете, что у вас получается катать в дотку, попробовать себя не на каких-то турнирах. Да. Вы пошли там, не знаю, поиграли турниры выходного дня, вас там увидели, заметили, позвали там на замену куда-то сыграть. Все так и происходит на самом-то деле. Да, и как минимум можно даже не выигрывая там квалы на мажоры, миноры и прочее, выигрывая, ну, менее крупные турниры. Да, онлайн-турниры, да. Где нет тир-1 команд, да. Зарабатывать деньги, играя в доту. Вновь это появилось. Ну, да, в какой-то мере это и было, но сейчас да это масштабы набирает, и это очень приятно. 270 тысяч долларов, ну, это... Много. Это очень много, действительно, для команд, у которых там, может быть, весь их призовой пул за историю был меньше, чем за первое место на Hand Masters будут отдавать. Уже там, допустим, вот Лил, про которого мы говорили, пробился через очень большие страдания в турнир на сетке Европы, но он уже со слотом. И при этом в его команду мало кто верил. Они были откровенными аутсайдерами в многих матчах. Особенно стартовых. Да. При этом, если так вот подмечать, Лил действительно в очень хорошей форме находится сейчас как игрок. То есть всегда, друзья, разделяйте мнение относительно медийной, там, допустим, личности. Лил, безусловно, имеет как своих преданных фанатов, так и хейтеров. Ну, наверное, как и все яркие личности с каким-то своим мнением, которое они не стесняются выражать. Но при этом как игрок, как вот та самая заветная четверочка, он прям MVP был чуть ли не половины всех игр его коллектива. Да, особенно на сигнатурной НЧ, которую мы от него не так часто видели в последнее время. Ее банят. Да. Он на НЧ, я это имел в виду.
показывал себя просто отлично. Так и есть. Поэтому, друзья, пристально следим теперь уже за СНГ квалификациями. Кто же пробьется, кто получит тот самый слот. У нас топовейшие коллективы, старички вот те самые, про которых мы уже говорили. И, опять же, вот если возвращаться к вопросу об опыте, который они приносят молодым игрокам, кому-то может показаться это заявление смешным, мол, что может рассказать? Этот парень не так хорошо нажимает кнопки и знает, что делать. Это, безусловно, так. И поэтому мы видим, что молодые чаще всего садятся на каких-то коров, на мидеров, уж тот же самый там, да? Да, но вот макро, какое-то мышление по драфтам более гибкое, менее зациклено. То есть почему там в студиях аналитики сидят в основном ребята вот по 30 лет, а не молодые ребята, которые знают все цифры, доты и все прочее? Потому что они чуть более... Глубже смотрят на ситуацию. Это да, все. Они все это видели по 300 раз. Они все эти меты с самого старта игры знают. Они помнят, что как было, и помнят различные связки, и понимают, что к чему идет. Да, так и есть. И нужно помнить, что киберспортсменом вы остаетесь не только в рамках вот 60 минут игры, вы остаетесь им на протяжении, ну, вот, всей своей карьеры. Закончилась игра, вы дальше думаете. Вы дальше как-то переживаете поражения, победы, думаете, как улучшить свою игру. И в этом плане опыт старичков, он бесценен просто. Так, ну только три руны забрали. Сейчас выезжает дизраптор за четвертый. Это получается по два, да? По две руны забрали команды. И тут все более-менее классически. Ну и, собственно, в центре у нас столкнутся Визаж и Темпларка. Что любопытно. Но сравнение как раз-таки двух этих игроков. 100% винрейт на Визаже. За три игры. Но 100%. Просто это Визаж, хотелось бы отметить. Нечастый гость центральной линии. КДА ты видел? Мне страшно стало. Я таких цифр не умею считать. Я не понял. Может быть, это какая-то ошибка, я не знаю. Возможно, ошибкой было не забанить, наверное, Визажа. Кельн пока проседает от Слардара. Напоминаем, что Слардару повысили мобильность стартовую. Его где-то, возможно, там порезали, но мобильность для него — это очень ценно. Догонять кого-то. Ванскор разменивается с Блэк Архангелом, но Лич здесь со своим бластом, очень жутким, пусть и требовательным по монопулу, выигрывает. Да, именно за счет этого скилла Лич раннюю стадию игры своему кору может организовать более-менее комфортно, потому что покуда хардвейнер будет на лоу хп, ему не так охотно будет подходить к твоему керри, размениваться по хп. У Лича еще и три манга там сверху лежит. Манга тоже немножко подрезали, меньше мана не восстанавливают. Ох, Малик поймал первого курьера. Да, может быть, и не у самого там топового персонажа, но все же у нас... Ты посмотри, как разошлись на нижней линии парни. То есть Чуваш ходил там за вышками. И... Кентавр бегает уже, там перехватывает крипов, как только может. Прям все совсем весело становится. Да уж. Наверху Сларк поймал станчик, но ничего страшного пока. А вот Ванскору очень больно. Есть у Ванскора какой-то подхил сейчас? Да, фласку он моментально выпил. И можно дальше размениваться по хп. Руна инвиза появилась сверху. Темпларка пока за ней не бегает. Визаж не везет себе никаких ботлов, не планирует. И видим коэффициенты на MGBet. Ну, посмотрим, после первой игры тут еще не остыли, возможно, страсти. И уже далее по игре будет видно, насколько они будут меняться. БЗЗ прожимает Fairy Fire, так бы его добили. Вельхиор ждет своего часа, он понимает, что можно поймать гибкого. И, в принципе, достаточно, наверное, здесь будет прокаста и нескольких тычек от этих обоих персонажей для того, чтобы добрать его. Но сложновато будет выловить Визажа. Стоит он осторожно, не делая жестких выпадов, но все же ловит. Гибкий пошел, сейф ТП. Элдар Титан приходит, ну и как теперь его забирать? Гибкий сильно страдает, приходит Элдар, накидывает спирита, начинает тут напихивать по спине Вильхиору, тут в срочном порядке уходит, Года тут же начинает разминать. Посмотри, как по ХП проседает Темпларка с разворота. Очень круто все сделали и спасли гибкого. Стана не было, первого уровня все-таки, но хватило и просто визуального присутствия. Год на Темпларке, это прям, ну, наверное, более каноничный только год на Сефе. Queen of Pain. А, ну да, Queen of Pain, у него даже сетик вроде есть. Да. Там, по-моему, 450 игр у него на Queen of Pain официальных. Это какие-то сумасшедшие цифры. Темпларка тоже один из прям таких сигнатурных персонажей в былые времена. Тут тем временем нападают, как же жестко на селедку. Ванскора тоже вырезают. Тут рыба против рыбы, по сути, на верхней линии сражаются. Это интересно еще и с точки зрения лора, ведь именно Слардар охранял крепость, из которой сбежал Сларк. И у него личная вендетта здесь должна быть. Nice.
Пока же годом просаживают из-под вышки. Ну, в принципе, хоть какой-то дэмэдж. Ну, как хоть какой-то дэмэдж. Он только что был чуть ли не фуловый, убежал, осталось 25%. Выпивает фласку. У гибкого подхил какой-то должен быть тоже, наверное, привез себе он сейчас в курьере. Опять выходит Вильхиор. Не дают жить визажу в центре. И какой-то ранний прям сейф ТП от Манскора. Ну, в принципе, если что, пешочком прогуляется до любой другой линии, но... Гибкому здесь как минимум пытаются организовать пространство. Уж не попытку убить года, но хотя бы чтобы Гибкий не сильно страдал. Мы тем временем забыли немного про Некрау, у которого все очень хорошо. 22 на 4 идет этот парень и разгоняется. Оп. Опять выбросили Слардара. Слардару больно. Слардар должен здесь погибнуть. Не отпустит его щиток Лича. Еще Эваленджем засыпали БЗЗ в таверну. 4 фрага для экстрема, при том, что очень быстро все это делается. Да, Вильхиор большой молодец. Он по линиям смещается ловко. Постоянно чем-то занят. Это не тот стоящий где-то Тиня, который просто ждет своего часа. Он реально очень мобильно сейчас по карте перемещается. И уже бежит, я так понимаю, на базу хилиться для того, чтобы вновь ворваться куда-нибудь. Малик уводит крипов за собой. Чуваш пытается ему помешать, но тут сложновато. Ну, Чуваш поменьше тычка, опять же, да и кентавр поплотнее. Трудно с ним размениваться по ХП. Ванскор опять получил бласт, Thunderstrike, но Блэк Архангел забирает руну богатства. И кому здесь еще больнее? Кинетик филдом запер, ну, и нужно вот убегать. Просто отгородился действительно от него. 50 на 50 рун должны будут забирать. Да, хотя нет, у Форза 3. Приятненько. И по золоту, несмотря на все эти фраги, мы видим, что преимущество чуть меньше 1000 золотых. То есть фраги-то не приносят так много денег, как крипы сейчас. Да, то есть эти киллы в основном как раз за счет времени в таверне влияют на игровой процесс. Ну и деньги, конечно, приятно, особенно за ФБ непосредственно. Но в целом, покуда там у Некра все хорошо, все... Конечно, довольно скверного у визажа. Я даже как-то внимания не обратил, что у него 17 крипов и 43 у года на темпларке. Ну, нужно просто видеть, что постоянно суппорты находятся под этим самым визажом. Даже сейчас. Он стягивает на себя все внимание экстрам. Но... Там визажу, возможно, скоро придет конец, потому что за ним выезжают. Но тем временем Малика пытаются зацепить и спирит не дожигает. Опасно, 40 хп. Там 30 хп оставалось в момент выпада. На года тут же нападает Гибкий, начинает его разминать. Тини ушел. А ведь можно было бы цепануть визажа. Ну, кстати, Reflection теперь будет сбивать намного-намного быстрее темпларки, и это нужно учитывать. Кьюор находится под своим собственным центриком, поэтому не боится, что его обнаружат под руны инвиза. ПТшки появляются у Некрау. Становится все плотнее, он уже не боится находиться под вражеской Т1. Поймали через танк, коса, кентавр. 40 секунд. На 7-й минуте. Да, не попал станом и погиб. И он такой... Пошел делать чай. Вильхиор вышел. Ланштос. Хватит ли одного удара? Не хватает одного удара и уходит Некар буквально на 20-50 хп. Вот это досада. Вот это прям неприятно. Ох, ну это должен был быть килл. Это прям, ну, 100% должен был быть. Но тут, можно сказать, простили. Некра Дота ему подарила вторую жизнь, возможность немного переосмыслить произошедшее. Ну и что же у нас? Ванскор выходит на верхнюю линию на помощь своему тиммейту. ПТшки появились у нас у года также. Лишние статы. Гибкий. Ну, крипов рядышком в лесу подобивать, далее вернуться на линию, покуда линия запушена под вражеский тавр. Конечно, выходить не хочется, особенно если вспомнить, сколько раз Тини приходил его контрить. Ух, Айрон Талон выпадает в визажу. Например, мне кажется, тому же БЗЗ отдать было бы довольно логично. Чуваша забрал Малик. Ну, чу там остался один. Если визаж сам уйдет в лес, ему это Рентал, он будет прям идеально заходить. Пент Броуч, брошка для темпларки. Подцепили Ванскора. Ванскор, кинетик филд, там же Слардар под Глим. Стан еще свой выдает, но БЗЗ теперь сам страдать начинает. Нужно уходить, его не отпускают. Бласт, как же много замедления. И Ванскор, который пытался прикрыть своего товарища, тоже пойдет на корм Сларку. Нет, спас его Элдер Титан. Там еще и Сларк ядом мажет тебя, и помимо замедления отличает, и Сларк тебя замедляет, еще и там паунс, контроль. Ну, в общем, уйти даже такому мобильному персонажу, как Слардар, тяжеловато. Визаж. Доминатор, естественно, будет появляться. Сейчас контрасточка уже есть, то есть он плотный. 1300 здоровья, брони, 5 единиц, коэффициенты равны. Несмотря на эту вот стартовую доминацию вроде бы по фрагам, но и нетворсы нам показывают, что преимущество небольшое. На коэффициенты выровнялись, да, по сравнению с началом. Да, вот как раз-таки из-за той самой доминации Малика нашли. А вот его можно и не отпустить, урона здесь хватит. Еще и раскастоваться может
Некр, все, прощайте. Тут какая-то скотобойня уже просто. Два раза подряд его на 40 секунд отправляют. Молодой бычок, мраморный. Ну и гибкого забирают в размен. Что, наверное, важнее, не наверное, а точно важнее. Потому что не дали хорошего старта гибкому, так теперь его еще и убивать начали. Да, тот же самый Кентавр, он отстает от визажа всего-навсего там, на 150-200 монет. Это вообще не деньги. И Мидер на 2000, в свою очередь, отстает от Темпларки, что очень и очень много. Это практически целый артефакт. Это деньги. Да, это деньги. Это деньги, это ХП, это мана. Разберемся с базовыми знаниями. Некар себе уже худ дофармил, кстати, практически. Ему колечко осталось привести, но вот он с этих крипов его и получит. Ну, там немного не будет хватать, но в целом не за горами уже. А выход на гибкого, ну, такой предупредительный, опять же, выход. Гибкий продолжает своими птичками тут крипцов добивать. Ну, одного упустил. В целом, ничего страшного. С другой стороны, тут при таком старте хочется никого не упускать. Трапы расставлены были еще и так в миде каждый раз, что видно было все его перемещения. И сложновато было его, безнаказанно уходить на фарм. Кстати, дерево выпадает для темпларки. Вопрос, кому отдадут. Но пока же захватывается вражеский аванпост, кстати, силами тьмы. И моментально отходит. При этом здесь втроем еще и руны богатства забирать будут Дайер. В количестве трех штук они должны сейчас получить бонус. Видимо. Да, экстремум сейчас очень неплохой бонус приобрели, как по золоту, так и по XP. Что на данной стадии, наверное, даже важнее, чем 60 золота. Ну, кстати, там руну-то не взяли наверху в своих собственных лесах еще Форза. Неизвестно, кому она достанется, кто-то первый сходит. Наверное, все-таки сами силы света. Ну да, маловероятно, что спустя там 2 минуты пойдут экстремум искать. А может, они не забрали руну? Все, Слардар уже ее обнаружил. И все вроде бы в балансе. Верхняя линия начинает падать Т1. Также Т1 теряется уже потихоньку снизу самими Форза, поэтому нужно размениваться. А дэмэджа по товарам не так много без визажа. Некр собирается выходить в Радик. Дерево, кстати говоря, именно у него. Как в старые добрые будет играть Некрофост. Но здесь не будет никаких уже грифсов. Ну тут очевидно, что Форза хотят прям со старта, с места в карьер. Вот 10-я минута, и они уже начинают давить. Они уже начинают более-менее навязывать инициативу в драках. Несмотря на то, что экстремум практически на всех линиях оказывались впереди. Не бояться. Поэтому Радиант здесь ему нужен, и нужен как можно скорее, для того, чтобы этот вот ранний урон суммировался от Некра и возвращают. Конечно, невелика потеря Лича здесь, но не позволили ему линию запушить, а там Tower Denable. Нет, ну, неважно. Они, в принципе, не будут этот тавр отдавать. Да, здесь еще экономно увидели. 19-й вообще ничего не боится, просто идет дальше давить этого самого Сларка. Его можно попробовать еще через косу поймать, но урона не хватит. Да, тут сложновато. Не успел подойти на все это дело Дизраптор, так бы можно было его ловить. Но, понятное дело, Келлен видел происходящее, действовал осторожно. Вместе с Темпларка в своих собственных лесах худ появляется также и у Кентавра. Все плотнее, и магический дэмэдж от того же Некрофоса не будет для него столь критичен. Смоки покупают с Элдер Титана. Может быть, будет какой-то агрессивный выход все вместе. Форзы такого еще не делали. И вот этой комбинации мы не видели. Только небольшие синергии, когда через Кинетик Филд цепляет Дизраптор. И поднимает Вильхиор реген. Ну так, чтобы он... Ага, он у него в ботле. Это важно. То есть регенчик можно сейчас... Я не знаю, он, возможно, ботл забирал у Темпларки, чтобы сбегать. Я просто не очень... Понял. Хотя, возможно, Тини и сам ходит с ботлом, чтобы продолжать активность свою сохранять. То есть ты вышел на линию, раскастовался, вы сделали один килл, отошел, выпил бутылку и все хорошо. Как же это красиво! Это классика. Да, это классика, но все равно ты каждый раз это видишь и улыбаешься. Артиллерия в виде кентавра. Ну, такое и со Слардаром, кстати, проворачивалось, когда Тиник кидает именно Слардара на кого-нибудь, и тот уже топает. Это прям действительно такая классическая, старая, добрая связочка. Просто вспоминаю мем с ЦМ-кой, которая там падает на землю и делает ангелочкой, и на нее так врываются. Темпларка приходит под рефракшеном в центр, начинает отпушивать Т1. Гримсанули, кстати, обратно. Тавр только прилетел. Ох, ну тут-то еще ладно, вот когда во время лайнинга ты такой после смерти возвращаешься, тебя глимсуют на базу. Ну, кстати, у 19-го за счет того, что он именно с ПТ-шками, а не с арканами, ему постоянно не хватает маны, и никто арканы не собрал, то есть ему никто не подливает.
Это проблема. Ему может где-то на косу не хватить, да и в принципе он не может спуск прожимать по КД постоянно. Ну, кстати говоря, с кольцом там ходит Визаж, который мог бы в теории отдать, но ему тоже мана важна, как ни крути, на свои собственные прокасты. На крипов, На птичек, да. Знаешь, чтобы... Ну, слушай, там Тим пошел урон в педал. Очень много нанес, на самом-то деле. 19-й пытается выйти вперед, вышку снесли. Они еще и хотят маленько подцепить статик шторм, Кенрик Филд. Кентавр через косу, да, должны его добирать. 32 секунды, Лич также погиб. Они продолжают давить. Темпларка убегает под Эншентов, но БЗЗ в обход. Поймали его крипы. А теперь его мог бы, на самом деле, год добить, если бы знал, что тиммейты далековато от БЗЗ находятся. Верхиора в этот же момент забирает гибкий. Уже даблкил для Визажа. И вот такими темпами он постепенно может догнать отставание по голде. Так-то товара падают, враги падают, вы стоите. И разница теперь вот буквально 1000 голды. Ее, скажем так, уже нету давления на Визажа, вот как ты верно подметил. Там до Сакрида остается буквально там 1500 19-му. Мне вот так нравится эти фото на паспорте просто, что у каждого героя, что у Тини, что у Элдер Титана. Эти модельки. Но 100% винрейт это, конечно, мощно. Пусть и при 4 играх, но факт остается фактом. Как минимум, ты на нем не проигрываешь. А чаще всего выигрываешь. Я смотрю, вы вернулись, многоуважаемые, с громкими цитатами. А выход на Крилина будет или нет сейчас? Но не пошли во вражеский лес, не хватает там вижна сейчас Форза. И прилетает Тинни на помощь Крилину. Ну, у Форза, кстати говоря, стоит вард, который именно Сларк это и видит. Иванскор заходит и просто глимсует. Он просто отправляет обратно на фонтан Тинни, которому приходится пешком катиться. Камню этому. Но там выбивается, кстати, не самый интересный, наверное, артефакт для сил света. Это ожерелье вампиризма, которое непонятно кому отдавать в таких условиях. Ну, в какой-то мере 19-му на Некре это... Ну, то есть, да, там порезали вампиризм от способностей, но в какой-то мере... 6% осталось, там на 2% подрезались с 8 до 6. Очень много артефактов моментально выпало. Вам Рейс, опять же, переделанный. Вот это самое логичное, что должно было быть с Вам Рейсом вообще. Что его теперь можно переключать, соответственно. Вы его можете передавать из рук в руки. Да, определенно. И опа. Он... Философский камень. Сейчас главный МакГаффин, я не знаю, всей игры. Кому достанется лечу. Золото? Это лечу. Это точно должно лететь лечу. А Квилла для темпларки тоже довольно приятно. Как и самой темпларки, так, в принципе, и Сларку, например. Вот, это... Кстати, по поводу лича, вполне возможно, он получит этот философский камень только после того, как Тинни дойдет до каких-то блинков. Потому что Тинни пока работает за счет прокаста, Avalanche Toss, урон ему не нужен. Плюс, вполне вероятно, в этом... Много логики. Опа. А вот это смоук. Это выход. Никого не засканили, но, тем не менее, можно нащупать Сларка. Да, поймать его будет непросто, но когда у вас есть дизраптор и куча контроля, и все это можно... Ладно, неважно. Они, возможно, на Рошана, я так понимаю, зашли просто. Ну, с учетом их, скажем так, кастов, ультимейтов, Рошана... Рошан просто рассыпется сейчас. Доставаться просто, скажем так, как гуманитарная помощь. Потому что под Гаргулиями, под ультом Слардара все это, конечно, очень просто делается. И под прикрытием Ванскора на дизрапторе. По идее, Рошан тоже довольно скоро упадет. Пошел Спирит собирать информацию. И, в принципе, уже нашел кентавра. Келлен тут находит БЗЗ. Но Рошан так или иначе упадет. Заходит. Лич Black первый Ангел пошел. Дает ультимейт. Тут же дизраптор раскастовывается. Келлен сильно страдает. Рошан падает. И достается именно Келлену Аегис. Он ворует его. И это, возможно, сейчас, даже если ты его потеряешь, далее продолжи драку. Малик врывается. Гибкий начинает страдать. Пошел стан. Дабл Эдж. Должен быть сейчас прокасты. Им стирают просто на месте Визажа и уже забрали ранее БЗЗ. На экстремум все сделали прекрасно. Они понимали, что драться в честную им не получится. Они просто украли самое главное, что выпадает из Рошана. И Форза сейчас отдают деньги сопернику, отдают инициативу. Пусть Аегиса и нет, но он не достался Форзе, что важнее. Оп, так они еще минус 4 сейчас сделают. Ну, убить не крайне так-то и просто. Летит Слардар на помощь. Ну, так или иначе, контроля тут очень много. О. Ну, а куда? А куда дальше-то БЗЗ идет? И здравствуйте, БЗЗ. Это минус 5 по всей карте. Слардар не во второй раз погиб, надеюсь. Во второй раз? Да. Да, он погиб... Во время драки на Рошане. И сейчас пришел погиб. 4000 золота преимущество уже у сил тьмы. И после таких ударов очень долго Форза будет приходить в себя. Погоня за Чувашем. Станчик отогнать Калина хотя бы нужно. Тут еще и подходит Лич. Тинни бежит. Как же все плохо. Кинетик Филд, Гипноз. Погибнет, конечно же, Элдер Титан. И вот Вильхиор...
который раз уже соперниками в баскетбол играет, и каждый раз это приводит к летальному исходу, потому что прокаст тут переживать сложновато персонажам и форзу. Мелькиор с этим сетом бегает, он очень похож на иллюзию, либо на копию от Морфлинга. Я вообще первое время, когда видел его в игре, всегда думал, что он под ДД. И думал, да как так-то? Почему у него всегда ДД? Я не очень умный. Мощный персонаж, действительно. Дезолятор у Темпларки 17 уровень, то сейчас уже и трэпы совсем скоро будут в троечку вкачаны. Лайфстил забирает себе Сларк. Очень жестко разгоняются Дайр. Самое главное не отпустить. Вот самое главное какой-то один файт не проиграть Форзе, чтобы вы этот сноубол не потеряли. И смоки очередные от экстремом. Тут, конечно, в секондаре лесу можно найти даже того же визажа. Приятно было забрать его. Вновь начинают немного стопить по разгону. Но ванскора, секретил этот смог. Потерять ванскора в такой ситуации не да, жалко. Это нормально, безусловно. Пускай лучше погибнет наш суппорт, нежели тот же 19-й отвалится. 19-го, кстати, уже сейчас будет Radiance. И, возможно, это тот самый артефакт, которого не хватало Никру. Не то чтобы супер быстро, но если учитывать, что драку они проиграли, голда была потеряна, время было потеряно, плюс у него еще есть худец. Да, в принципе, неплохо. И вот уже летит рецепт. Слардару по итогу отдали, кстати, на вампиризм. Ожерелье Элдер Титан бегает у нас с метлой. Тычка у него тоже иногда в замесах очень ощутимая залетает. Рэдианс есть в кармане. БЗЗ поймать. Блэк Архангел. БЗЗ выигрывает время. Команда уже рядом. Нужно просто продержаться. БЗЗ стан под себя. Элдер Титан станом не попадает. И погоня в ответ. Ну вот два стана дали и ни одним не попали. Если необходимость так пытаться там того же Блэк Архангела загонять, это не та цель, на которую нужно столько ресурсов и времени тратить. Нужно сейчас хоть за какие-то таргеты драться, может быть, сходить вниз на Т1. Коэффициент 3.7 на ОНГБ, друзья. Немного намекает, что он волшебный. Так что, друзья, если вы смотрели первое Best of 3, вполне возможно, у вас больше поводов задуматься, чтобы зайти на ОНГБ. Ни на что не намекаем, просто статистика. Два раза он сыграл. Ты, да, ты осторожней с такими заявлениями. Пока же у нас здесь Кэлен. Пытается спокойно фармить крипов. Прыжок Слардара, так. Прыжок на Кэлена. А вот теперь контроль-то может охватить, но Сларк выходит из под радиуса действия. Статик Шторм, Кинетик Филд, неплохо, но нет фокуса по какому-то конкретному таргету. И какой чайник от Лича! Отлетает все здоровье Форза, так же, как и их герои. Минус Гибкий. Гибкий не дерется, он просто убегает все время. Да, дал свой проказ Дизраптор в Темпларку, которая вот за долю секунды до всего этого дела успела нажать БКБ. И вообще ей было по барабану, что там происходит. Плюс мне казалось, что именно в Сларка Дизраптор будет раскастовываться, чтобы побыстрее его стереть и попытаться хотя бы в большинстве без вражеского кора подраться. Но и до этого не смог дотянуться ванскор. Ну и теперь потеряли вновь 5 героев Форза. Вновь еще и теряют вышку. Вновь соперник преуспевает на несколько тысяч из-за одной драки. И, возможно, даже Т3 вышка упадет. Да, тут и Т3, и бараки, в принципе, можно сносить. Потому что, учитывая дизелятор в Темпларке, она сейчас может вырубить любого героя, который подойдет близко. Они уже прыгают по Т4. 28 секунд, байбек прожимается на 22-й минуте. Саша Яша уже есть у нас у Сларка. Дальше дерутся БЗЗ, хотя бы Вильхиора забрать. Вильхиора, возможно-то и заберете, но потеряли бараки на 23-й. Не стоит забывать, что это не кор какой-то тени. Он прыгает на блинке уходит Вильхиор. Да, может быть, его и заберут. Ты посмотри, сколько времени и сил требуется, чтобы одного тени забрать. А вы только что потеряли, получается, 5-х. Да, забрали только 2-х, это Лич и Тини, и еще и линию потеряли. Элдер Титан умер во второй раз и еще прожал байбек. То есть как бы очень-очень много ресурсов отдает сейчас Орзе. 14 тысяч лишним преимущество, действительно, суммы какие-то сумасшедшие. И сейчас самое главное не останавливаться. Пока у вас есть этот сноубол, нужно по другой линии идти и также сносить сторону. Мелд диспелит теперь у Темпларки. Ну, очень-очень все это выглядит уверенно в исполнении экстремум, если честно. Ну, сами Форзы взяли такой драфт. Мы об этом говорили, он очень сложен в реализации. И вам нужно держаться до каких-то 30-х, 35-х минут, когда вы станете намного плотнее.
Ну и, кстати, не сбавляют обороты, Форзы не боятся, ты посмотри, собрались, пятером идут пушить. Да, возможно, им в этот момент там и на топе посносят строение, но они стараются сами инициативу сохранить. Они знают, на что нацелен их драфт, они понимают, что нужно пытаться реализовать его сейчас самим, иначе ничего не получится. Гиппи чуть не потерял птичек, посадил, нужно будет их уводить. Вышка довольно больно настреливает под глифом. Так, на Тина пошел выход. 19 сильно страдает, Гейс на него, прокаст, правда, не дали в него не стали в него давать. Вот Дизраптор, правда, свой прокаст дал не в то место. Ну и сейчас будут серьезно страдать Форзы в очередной раз. Малика через косу подцепили, но урона это не хватит. А будет ли какая-то поддержка? Опять же, в один таргет не бьют. Каждый занимается своим делом, и урона не хватает. Форза убивает 19-го. БЗЗ спасается из этой драки. Нет, поймали на паунс. И это все стаки бесконечные, то есть вечные для Сларка, нужно помнить. Да, и Гибкий тоже отсюда никуда не уйдет. Тэп-аут сделал Элдар Титан. Ушел отсюда также и Ванскор на Дизрапторе. Но потеряли всех коров. Первой, второй, третьей позиции. Ну да, был урон. А как можно не нанести урон, когда ты его наносишь просто потому, тем, что ты жив? Да? Да? Жил он довольно долго, будем честны. Но никого убить-то не удалось толком. Это не полезный дэмэдж. Вот часто мы видим статистику финальную, и там 60 тысяч урона по сопернику, а это просто ты на линии раскидывал за скаймага какие-нибудь болты, которые там раз ударили, два ударили, но ты после этого фрага не делаешь. И все это смотрится, конечно же, очень-очень грустно для Форза. 20 тысяч преимущества, по опыту там тоже должны быть какие-то заоблачные цифры. Это уже под, чуть ли не по два артефакта. 25 тысяч опыта преимущества, это на таланты. По 1000 на каждую минуту. Это очень много. То есть Некрофос бегает 15-го. Мы тут суппорты. Рассуждаем, ой, круто, парни захватили два аванпоста. Это дополнительная экспа. А тут 25 тысяч преимущества. Дополнительно 150 экспы. Хорошо. Хорошо. Форста пытается Некро себе собрать. Какой-то эскейп дополнительно. А там тем временем появляются паучьи лапки уже. БКБ, полетели артефакты. Год, кстати, это хорошая штука. Можно забрать. Потому что у Некру он не особо бьет с руки, но зато броня будет еще дольше жить. И паладин сорт для темплар, в принципе, можно сларку можно, отдать. Можно самому, можно сларку, там есть вариации. Ну, сларк с аквилкой бегает и расставаться с ней не намерен. Визаж также с аквилкой. Вот насколько все-таки аквилка артефакт доты любимый так у всех? Конечно, вся... да, когда ее убрали из доты, прям... Траур был. Ты такой собираешься на линии и думаешь, так, сейчас аквил... Ага. Ливаю. Форстав есть у Некрофоса. 9.24. Как же трудно. Форзе нужно сейчас вот выиграть ту самую драку мечты. Чтобы все было идеально. Чтобы под Эрсплиттер, чтобы стать Шторм по пятерым. И тогда, да, тогда у них появляется шанс. Если они выиграют один файт, они отыграют за него 1007-8, потому что очень большая разница. Помнишь, там долго убивали Тини? Да. У него сейчас еще и плюс 400 хп. И есть Greater Fairy Fire. Вполне вероятно, что он с ним побегает, потому что, ну, с руки каждый отдельный удар чуть сильнее становится приятно, плюс ты можешь его съесть и приобрести еще больше хп и втанковать больше. Как мы видим, здесь он часто этим и занимается, потому что именно он врывается, именно он телепортирует вражеских героев под своих. Такой казачок засланный. Кэлин уже как разведчик нашел Ванскора. Привет, Ванскор. Да. Как поживаешь? Ну, Kinetic Field, плюс еще и 19-й здесь. Кэлин, возможно, попробует. Так, слушай, да, там-то у него больше нечем отбиваться. Ультимейт он потратил, ну, на паунте уходит. Вот если бы как-то удалось его цепануть, то это была бы возможность для Форза. А покуда они не могут выцепить Темпларку или Сварка, то практически любая драка 5 на 5 для них остается проигрышной заведомо. 16 уровень, тут на тебя 20 выходит. Сларк вообще уже наглеет, если честно. Подцепил, есть гершрат, но надолго его не хватит. Сларк разворачивается. Тиммейт это поблизости, да. Кэлина спасли, ему пришлось прожить БКБ. Это проблема. Под Рошаном они просто сейчас дерутся. Гримсанули, Тинни, Кенрик Фил, Статик Шторм, кстати, это вот интересно. Вот смотрим, как долго будут его убивать. Под всем вот этим делом, ну да, да, достаточно быстро, споры нет, но не стоит забывать, что сюда были направлены парочка ультимейтов, все персонажи. Это пока только минус Тинни, а вот ульты у Дизраптора уже нет. Потому что пока Тинни мертв, вы должны еще такие таргеты цеплять. Еще хоть это кого-то байт, убить. Байт Сларка. На Сларка. Сларка Глимсанули, Сларком пытаются драться сейчас вместе с Дизраптором, нет. Так с ним пытаются выжил. Драться или вы Глимсанули?
глимсанули, это как бы довольно... Ван Скор говорит, вы деритесь, я глимсанул. То есть он не может терпеть удары с Ларком. Они решили Рошана забрать. Понятное дело, что важнее, как минимум, чтобы этот Рошан не достался сопернику. Потому что если с Аегисом придет темпларк, то все, вам просто ГГ. Падает Рошан, конечно, наполовину его же добрали. Уже прыгнули на Лича. Лича пытается быстро сбривать. И Лич должен погибнуть. То хотя бы Ванскора забрать. Ванскора забрали. Чайник летает. Перед смертью он успел отправить свой ультимейт. И он все прыжки успевает сделать, этот чайник. Призывает новых птичек. Эльна теперь можно будет забрать. Малик бегает очень мало хп через косу. Убивают кентавра. Байбекается кентавр. Уже не 22 тысячи, уже 19 тысяч преимущества остается у экстремума. Они Эльну могут убить. Сларк БКБ откатилась. Гибкого с разворота. И он не успеет дождаться, пока БКБ закончится. Очень больно было гибкому. Ну и тут, по идее, должны быть 19-го добирать. Нектор, конечно, пожил немного в госте, но в итоге погиб. Я один видел крит на 1200 сейчас от Темпларки в этом файте с Дейдалосом. И они еще и Рошана подразмерили для соперника. Да. Разогрели его, так скажем. Ну и понятное дело, что от Темпларки и Сларка Рошан рассыпется в секунду. И эти два байбека от Экстремум абсолютно точно того стоили. Очень забавно, что два Рошана ознаменовали, скажем так, два ключевых этапа этой карты для Экстремум. Они в первый раз здесь выиграли файт. Две вехи, да? Такие. Да. И сейчас пойдут на хайграунд, естественно, сносить уже линию, а то и две. Вернули себе 20 тысяч преимущества, потому что байбеки были и от команды Форзе. Верхнюю линию сейчас должны разбить. Да, в принципе, если они цепляют кого-то из суппортов прыжком, то там уже можно будет ГГ писать Форза. Варды в центре сносят, и там Тини может в любой момент из инвизо налететь на тебя. Как мы видели, уже довольно эффективно он это делал. Ну что, Тини, будет ли какой-то влет? Год находит... А кого он там нашел? Я видел крит 200, ага, это был Пачу. Ну и Года пытается выцеплять. Не стоит забывать, что у него Аегис, он готов его потерять. По 19-му начинает настреливать в ответ. Его можно забрать под гейзом. Ванскор сгорает в собственном ультимейте, находясь. Не смог он совладать с уроном от Келлина. Келлин далее продолжает нарезать гибкий. Пытается уходить на мувспиде, на чем угодно, на форстафах. Ой-ой-ой, не в ту сторону полетели косты от гибкого. И в итоге Келлин должен будет вырезать визажа. Тут же залетает этот парк, огромный урон. Визаж падает, ГГ. Пишет Некр, и это 1-1 по картам, и мы увидим третью. Отличная работа от Экстремум. Пытались Форзе. Довольно интересный пик. То есть у нас, по сути, зеркалка произошла, да? То есть одна команда пикает героев на раннюю стадию, хороших таких, верных, и пытается их реализовывать на ранней стадии. Но соперник умудряется выиграть вот именно момент игры там, с 10 по 20 и все. Я практически уверен, что на третьей карте уже Форза не будут брать подобных героев, по крайней мере в меньшем количестве, которое не завязано то, чтобы все ультимейты в одну точку кинуть, а возьмут что-то right-click доты. И у них все должно будет уже понадежнее выглядеть. Здесь они просто не могли. У них не было ни одного героя, который мог бы выигрывать в соло игру. Да, но это был неплохой эксперимент. Я, как минимум, мне было интересно, как этот визаж будет разыгрываться. Я это увидел, я доволен. Сами-то Экстремум совладали соперником. Год на Темпларке. Молодец. Ну, Вильхиора я могу выделить, наверное, как MVP, потому что он сделал старт игры. Не стоит забывать, что счет 4-0 и 6, по-моему, 1 был в первую очередь за счет него. Далее он каждый раз в любом замесе оказывался в тылах врага и выкидывал ключевых персонажей, там, того же Дизраптора, Титана под своих тиммейтов, и они легко их стирали. Вот сейчас по статистике видно, 0 смертей у Года, 0 смертей у Кельна, и это благодаря Малику и Вильхиору, которые 100%. Принимали урон на себя. Поэтому стоит всегда учитывать работу вот этих вторых ролей, друзья. У нас же сейчас будет пауза, буквально 5-10 минут, и мы вернемся к вам. За это же время обязательно заходите на MGBet, естественно, делайте ваши ставочки в лайве, ловите сочные коэффициенты. Плюс помните, что у вас есть, скажем так, бесплатная свободная ставка на 700 рублей, которая может вас озолотить, и вы ничем при этом не рискуете. Да, MGBet как раз для таких молодых, таких вот заряженных энергией ребят и создан. Так что смело проходите по баннеру под трансляцией. Мы с третьей карты вернемся уже очень скоро. Добавь драйву.